Всем ураган, с вами привет, и сегодня мы летим играть в Among Us. И знаете, что самое обидное? Это когда у тебя была цель кое-что сделать в игре. Ты это делаешь, но это руинит человека, и ты думаешь, что он мирный, а на самом деле он... Не буду спойлерить. Ну а перед началом ролика не забывайте залетать в описание, там есть ссылка на Twitch и телегу. Ну а я не буду задерживаться, погнали в каточку. Что за охренительные роли мне сейчас падают? Можно вопрос? Они просто идеальные, максимально. Максимально идеальные для того, чтобы ничего не делать. Так, подожди, мы стоим вот тут, вот в знате. Знат. Подожди, не-не-не, я тут стою. Давай, let's go. Дун-дун, ту-ду-ду-дун-дун, ту-ду-ду-дун-дун, ту-ду-ду-дун-дун. Что мы делаем вообще, алло? И кого ты убили, не убили, никого не убили. Молекулы чисто. Тебя обогнать, блядь, хотел. Все стояли там сверху. Ася, только не говори ничего, пожалуйста. Кто? Окей. А что это за договорники? Они там пошли. Это не Джонни, не Ася 100%. Это не они 100%. Потому что ты начал это тихо-тихо не говорить, значит, ты что-то заподозрил, и ты молчишь, блядь. Нет, Ася просто... Я, пожалуй, воздержусь от разговора. Ты хочешь вывести на чистую воду убийств, поэтому ты сказал Асе не говорить ничего, когда Ася начал говорить. А знаете, что меня напрягает? То, что импостер нажал кнопку, и вместо того, чтобы посмотреть на датчики, живы ли все. А я забыл просто, что на датчиках можно смотреть. Кнопка. Давно на этой карте не играли. Да. Ладно, ребят, все, вы меня спалили, я предатель, реально, спасибо. Блин, ну вот. Как же так, реально? Ты не так должен, ты должен был Стоксом ответить, типа ты, гандон. Как же так, вы меня спалили. Чего? Я? За что никогда, ребята, вы что? Ребят, не-не-не, это ураган вхитов, я, конечно, угорнусь. Олег, видишь лайки? Это все лайки для тебя. Это на канал. Я реально угорну, если меня сейчас выкинут, это будет за я вскипал. Да нет, я вскипал это тогда, когда больше половины. А, видите, слева снизу написано «скипит воутинг», значит, типа скипнут. Вылетаю я или нет? Воздержался. О, ну спасибо. У Олега воздержание сейчас. Уф. Ну ладно, мы бежим вот сюда вот налево. Ну, в принципе, почему мы налево не можем проходить? Мы можем, в принципе. Почему бы, как бы и нет. Нам это разрешено, чтобы пойти, как, знаете, какой термин я сейчас использую? Магическо-космические бусинки поуничтожать. Вот для чего нам надо, как бы, вот сюда вот прийти и уничтожить вот эту фигню. На камеру перегрелась опять же. Ну ладно, пусть отдохнет чуть-чуть, ладно. А мы пока бежим вот сюда вот, вот так. Так, за мертвым голландским, подожди, был, Кащи умер, нет? Голландский умер. А, он же, у него этот градиентовый, точно. Короче, прямо сейчас за Чупиксом идет Олег, за Олегом идет Тато, и они все направляются к медицине. Валяется труп. А, ну да. Я специально прошел по их траектории. Это фрип был. Почему фрип? Он фрип тоже там был. Фрип, да, я на спутаж бежал, там Олег был. Мы встретились, я бежал с Олегом, мы из этого комнаты сбора бежали, короче. Ну, да. Я из лады побежал на саботаж влево. Я увидел Фрипа и Гэлыча, мы увидели или нет, я не помню. Там был я не видел, я точно знаю, что я сначала за Асей бежал, после этого побежал за тобой, Тата. Потом вырубился свет, у меня пропал и кофе, и Фрип. И я побежал на саботаж. Ну, я побежал на свет, да. Не, я короче, смотрите, они шли вдвоем, я чисто по их пути прошел, и там, типа, кнопка репорта работает. Соответственно, если бы они ходили по этой траектории, у них загорелся бы кнопочка репорт, но так как этого не случилось, соответственно, скорее всего, они убили вдвоем. А подожди, Джонни, так ты сейчас на кого бочку гонишь, ты скажи? На вас обоих, на тебя и Тату. Не, Тата, ну, кстати, в Татом один момент мог, ну, типа, сделать такое, что в какой-то момент мы с ним разошлись ненадолго. Где мы разошли, мы с тобой, блядь, шли до конца, пока свет... Ну там все равно тайминги такие могут быть, там, знаешь. Почему в прошлой катке ты сказал ничего не говорить? Ты же увидел. Чего увидел? Про тебя именно? Про тебя? Про тебя? Да. Ну я увидел, а почему это не говорить? Ну все, уже можно говорить. То, что ты в люке прыгал? Да, я с люка видел, как они вдвоем бегут. А почему можно уже говорить? Потому что, блядь, я вас кидываю. Откуда я видел, что вы вдвоем бежали? Вообще, кстати, никто что-то не заподозрил, как я вас видел. Эх. Я даже не понял, что ты говоришь. Короче, по этот... Карандашиком можете. Можете, Джонни, для меня ты тоже карандашик.
Ладно, карандашиком вы там это, видите друг друга 40 тысяч раз. Поэтому как бы, да-да вы, да-да здравствуйте, да-да ку. А чё оно так рывками как будто передвигается, прям тидин 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 тидин. Ну и бегут, просто мою душу хотят забрать. Нет, надо убегать быстрее, максимально быстрее. Фри, пальди верч. Блядь, чего? Нахуй? А, вот, стой, видишь, я блядь. Сначала... Ну все, мы с Татой сейчас были вдвоем, да, свет чинили, так что ничего не знаю. Это миллион процентов даже не оговаривается, это фрип. А, ну все, топ. Топ. А он даже не сдефается. Да пиздец, я спалился тупо, потому что... Идеальный день. Я давно сказал вам, что это фрип. Вот, сука, если бы все импостеры отбивались бы, мне, допустим, когда я спалился, было бы легче, потому что все так же... Фрип, ты кого убил там? Ураган Чмо убил? Да, Драганин убил. Мне кажется, он сам стоял перед ним, бегал. Типа, читай Тяси, научись там 4 МО. Понял. 4. Реально. не... Как там? Ладно, похуй. Я не вспомнил слово. Извини, знат. И кто там не проголосовал? Чупикс, ты подозреваешь до сих пор меня? Он вообще, блядь, с включенным микрофоном сидит. Ох, нихуя. Ой, опять мне голосовать. Мать, я с бутылкой такой, с дивана стоит такой. Пять голосовой. Это так, знаешь, как в ТикТоке Джиган такой. Ой, блядь. Парачили. Не-не, когда он лежит такой, ой, блядь. Let's go. Ля-ля-ля. Бичи молодой аристократ. Суки стакарат, ля-ля-ля. Что-то там... Та-дан. Да, вот такое вот примерно как бы. И нам, в принципе, надо только на О2 выполнить вот эту вот хренобурину. Вот так, легко. А мы дальше бежим. Там Чупик стоит, и мне самое главное найти труп. Дайте, пожалуйста, мне найти труп, чтобы я как бы сделал так, чтобы он воскрес и как бы пошел делать грязные вещи, как полить импостера оставшийся. Это будет вообще идеально, максимально идеально. Только вот, пожалуйста, можно труп-то найти. Тут он. Есть тут кто-нибудь? Тут никого нет, там тоже никого нет. Погнали вниз тогда. Тут-ду-дун-ду-ду-ду-дун. Тут ничего нет, ладно. Трупы не хотят делать вообще. А я, походу, просрал. А, не просрал. Фига, я отвлекся на секундочку. Вот так, все, легко мы выполнили задание. Мы просто гений. Можете называть меня просто гений Ган. Ой, не надо так называть. Так, это ко мне Чупик идет, я так понимаю. Пожалуйста, не убивайте меня, спасибо большое. Обожаю вас. Так, есть кто-нибудь мертвый? А у нас никто не погиб, как бы все живы. До свидания, аливидерчи, все вот такие вот прекрасные дела. Там, значит, у нас Знат, Тато и Глич побежали вниз. Джонни налево, Чупик на мне. Единственное, я не знаю, где у нас обитает. А Сужана Белоким на всю страну такой один. И мне кажется то, что Аси лукал. Так, со мной тут Знат, и я все задания выполнил. И как бы никого еще не убили. У нас ничего тут не происходит, убейте хоть кто-нибудь, кого-нибудь. Пожалуйста. Может, хотя бы я парочки сейчас найду какие-нибудь. Пожалуйста, можно камеры? Опа, походу пошли камеры, кто-то убил. Пожалуйста, можно камеры убил? Я вас умоляю. Я сейчас вообще не понял. А что-то происходить будет у нас сегодня или нет? Я тоже не понял. Будет, смотри, я один момент, сейчас, секунду. Давай. Звери, всех вас убью. Да, блядь. Давай. Один момент. Я только что выбежал на улицу из камеры. Вообще, вот такой момент. Джонни, это ты на камерах прыгаешь? Скажи, пожалуйста, а то я вниз бегу, смотрю, камеры горят, возвращают, на камерах никого нету. Нет. А что за пиздец, блядь, был? Ладно, не суть. Короче, я выбежал на улицу. Кто еще? Это Джонни, он же прыгает по этим. Наверное, да. Я выбежал на улицу. Знат забежал в комнату, где вот эта энергетика. Потом я выбегаю на улицу. Он, видимо, тоже вышел. Я захожу, вот так огибаю дом специально, думаю, что он будет делать. Смотрю, Знат передо мной. Я на секунду отворачиваюсь, поворачиваюсь, Зната нету, бегу дальше, Зната нигде нету. Либо вариант, что он запрыгнул в люк, и он довольно странно хуячится, потому что он закрыл один раз место, где был Чупикс, и когда он нас там всех увидел, ну, скорее всего, он закрыл, я, конечно, извиняюсь. И когда он там нас всех увидел, он, типа, такой, встал в ступор, двигаться перестал. Ну, я хуй знаю, это такой, конечно, впит просто. Короче, Олег, кстати, не выполняет задание, Знат трется вокруг всех, а Ася выполняет задание, Чупикс стоит на сканере, урагана не видел. Все, Ребят, я вам все говорю, Зната надо кикнуть, потому что он отравляет всех. Я видел, как он, типа, кто там, Тату, по-моему, выполнил задание, он трется вокруг Тату и его, типа, отравил. Ну, он, типа, вот я так прям бегает, как ждет, когда... Ну, либо Блейз, вот. Но этот, который... Ну,
anyway, короче, Олег стату не выполнял задание. Ну, да, я не знаю, типа, чупик стоит чекать скам. Что делаем? Я в прошлой катке не выполнял задание. Почему? Я просто бегал. Я все задания выполнил. Ну, я еще не выполнял. Я с Олегом бегал в самом начале, потом я на карте, ой, на этом, на этих стоял, блядь, все время. На Чупикс, встань, пожалуйста. Это бредовый. Чупикса я тоже, Чупикса я тоже всегда видел, поэтому это вряд ли. Чупикс, он там вечно на ДНК стоял. У меня просто такая веселая роль, что мне даже это особо неохота. Просто знать, я видел, типа, это все, и ты еще подтвердил своим, типа, вкидом, я поэтому точно. Что он сказал, монстр? Ля-ля. Бич, я молодой аристократ. Почему никто не убивает вас? Пожалуйста, убейте. Мне делать здесь вообще максимально нечего. Пожалуйста, убейте хоть кого-нибудь. Но мне нужно знать, что, ну, как бы, убийство совершено. Я подбегаю и такой, типа, ой. И труп оживает. И мы можем спокойно лететь. И того самого. Поняли. Молодцы. Светофнули, а никого не убили. Почему никого не убили? Вопрос. Остается открытым. Максимально открытым, пожалуйста. Give kills, guys, please. Вот этих еще добавьте. Плюс одного, только не меня, пожалуйста. Я себя потом добавлю, без проблем. Пожалуйста, убейте. Я вас умоляю. Опачки. Надо открывать сразу все вход. Чтобы как бы можно было убегать. Вот тут кто-то вбегает, мы сразу оп-па, драпом вот так вот. Мне лучше, кстати, вот тут вот как-то стоять. Подожди. Вот тут. Все, понял. Я стою вот тут вот. И просто начать. А что это за кнопочка? Ее нажать нельзя. Ой, как же плохо все. Как же все плохо. И вообще идеально. Эх, чупик, давай. Вот подожди, я к тебе вот так вот подойду. И все, и мы вот так будем стоять. Максимально тупо. Ураган, чупик. Поняли? Поняли, приняли. Никто никого не убивает, пожалуйста. Сделайте задание просто и все. Эх. Опа, кто это? Олежа? Чё нахуй? Ну, блядь, ну Тата, ну зачем ты это сделал? Что? Ну, как? Олег, ты же пробегал там? Да, я только что пробегал, Олег, ты бежал, и два трупа упало, блядь. Это я бы не мог двоих убить. Я бы не мог двоих убить сейчас. Как она называется? На датчике. Я только что пробегал мимо них же. Датчики были. Может, они решили по фану проверить себя? Ася. Ну, просто, я типа... на Седасе был прав. Не знаю, брат. Я только-только прибежал, буквально, вот кофе ты сам видел, убил, блядь. Я видел, короче... Я же не мог двоих просто убить, ну типа, это бред же. Ну как, Джонни как я мог? Блядь, не эмоционально. Джонни был в бензине, там рядом шастал Олег. Ася, я выкинул флипа, пожалуйста, выкинь меня, умоляю. Стой, да? Погоди, мы с Тата бегали абсолютно на протяжении всех раундов просто вместе, понимаете? Вы втроем бегали, они вдвоем стояли там. Но ближе к ним все-таки Олег был. Ну а как, подожди, как они могли умереть в одну секунду вдвоем? Как? Скорее всего, они просто проверили друг друга и все. Ну потому что других объяснений я этого не вижу. Джонни, если мы сейчас неправильно кикнем, все, это ГГ. Ну просто, блядь, может, я у может, одного не будем... другой импостер, нет, блядь. Стой, может не будем просто кикать? Может просто тогда скипнем, потому Олег. Что... Ну, стой, подожди, я объясню, почему это говорю, что если мы сейчас неправильно выкинем игрока, то все. А Олег, вообще? Типа, это как-то в любом случае будет... Я говорю так, что вы играете как один импостер, а другой нейтральный. И я говорю, что я с Тата бегал абсолютно все время вместе, почти за ручку держать. Хорошо, вот только сейчас разошлись. Хорошо, какая роль? На меня? Не говори прямо вот так, просто чтобы мы поняли. Может, не говори, что ты делал, Хитату? Ты не выполнил задание, как Хитату. Да, скажи, так я просто давай бегал. Давай Тату выкинем. Так я просто бегаю еще. Ну, в смысле, алё, нахуй? Не, просто смотри. Смотри, в чем прикол. Ладно. Охуеть, не встать. Ну, что-то Олег даже ничего не сказал по итогу. Я не знаю, типа, эмоционал Олега мне вообще не нравится, типа. Так, а чё, как я мог твоих убить за одну секунду? Как я мог твоих за одну секунду убить? И ты хуячишь меня, гений, блядь. Ну, мы, в принципе, своего добились. В том плане то, что мы нажали на заветную кнопку ревайв. А, и Джонни... У меня вот давно залагалось. Блядь, я вот в этом говорю, блядь, типа... Он арсонист? Он арсонист, я понял. Я не арсонист, я не арсонист, я плагу бирер. А. Ну я, кстати, не... А я не понял реально, как Чупик с ураганом умерли. Ну потому что я его воскресить хотел, и Тата подбегает репортер. Тата, ты арсонист? Нет, я убийцей был, блядь. Знат, а ты кем был? То есть мы бегали за это время вместе. Я еще думал, блядь, бесполезный, который вообще я не понимаю, с кем был. Бля, нахуй ты говоришь про эту херню? Бля, не знаю, Знат, ну пиздец. Про какую херню?
что ты, блядь, отрав... сейчас отравить тебе остается последнего, блядь, и выкинуть. Я смотрю, мне ты реально так делаешь. Мне надо, чтобы меня выкинули же, правильно? Я же должен пугать, будучи призраком, я же не могу, как это, мне же надо, ну зачем, ну, блядь, ты по-другому как-нибудь. Нормально. А чё, мы ливаем? Чтоб меня как-то выкинули, алё. Сознатым норм, сознатым. Вы просто разрустите этот, Нет, не забейте, типа, это нужно перезаходить. Я говорю, типа, остался одна нейтральная, один этот импостер, всё. Типа тут уже, блядь, не выиграть никак. По сути, оба были, блядь. Ну мы же правильно кикнули, по факту. По факту, просто... да. А как мы умерли? Просто Плэги Бирр, он же не может же так отравлять. Не, он сначала должен отравить всех абсолютно игроков, после того, как он всех отравляет, он может убивать.